Всем привет, с вами Ярослава Громакина. Сегодня мы будем делать прическу в стиле пинап. Для этого отделите небольшое количество волос впереди, ну как будто для большой челки. Остальное вот завяжите в хвост. Затем вы берете каждую прядь небольшую и накручиваете на плойку. Так, затем нужно вам будет каждую прядь начесать. После того, как вы начесали у корней, начинаете закручивать и формировать такой красивый королевский завиток. Затем вам нужно будет завить остальные волосы и сделать их в низкий хвост. Низкий хвост начнем закручивать жгутом, ну без резинки в смысле, собрать их. Начните его закручивать как жгут, чтобы сделать покороче. А кончики ваших кудрей разместите наверху. И напоследок вам нужно будет повязать голову банданы. Завязывайте так, чтобы она прикрывала уши, потому что иначе кто на фото оттопыренные уши будет мягче красиво смотреть. Ну и конечно же красная помада. Ну вот примерно так.